Нигбит! Приветствую тебя, избранный. Кто ты? Древние доверили моей душе хранить важнейший артефакт и награждать им тех, кто назван избранными. В чем заключается действие этого артефакта? С его помощью я могу до некоторой степени исправлять ошибки прошлого и направлять умения избранного так, чтобы они больше отвечали его желаниям. Но помни, все в природе имеет свою цену, и для каждого она своя. Ты готов? Thank you.
Ваше Величество. Я долго ждал этой встречи. Ты так внезапно покинула Риданию, что не оставила мне ни шанса попрощаться с тобой должным образом. Ваше Величество, я не понимаю, почему меня арестовали. Все, что я делала, служило интересам Ридании. Поддержка мятежа, ослабление Хенсельта. Я рисковала собственной репутацией для вашего блага. Я уже не тот маленький мальчик, который верил каждому твоему слову. Родовид, я была с тобой в самые трудные минуты. Без меня ты бы никогда не стал тем, кто ты сейчас. Я не понимаю. Ты все прекрасно понимаешь. Ты плела заговоры против моего отца и против меня. Весь Риданский двор трясся от страха перед всемогущей Филиппой Эйльхарт. Но эти времена прошли. Ваше Величество, это не так. Позвольте мне объяснить, в чем меня обвиняют, король. Посол. Трис Меригольд любезно составила для меня список лиц, состоящих в тайной организации, именуемой Ложей Чародеек. В ней состояли также чародейки из Нильфгарда. Но о них вы можете больше не беспокоиться, госпожа моя. Трис, ты сошел с ума. Вы заказали убийство Димовенда. Вы приказали убить Фольтеста. Я подозреваю, что ты также замешана в убийстве моего отца. И если бы я сейчас снял Двемерит с твоих рук, ты убила бы и меня. Тебе конец, Эйльхарт. Мы проведем процесс, чтобы все было как полагается. Но знай, что ты не вывернешься. Тебя обвинят в заговоре, измене и убийстве короля. С тебя сдерут кожу, а потом отправят на костер. Все детство я провел, чувствуя спиной твой холодный взгляд. Когда я отдавал приказы, мои подданные ждали кивка Филиппы Эйльхарт. Весь двор в Тритагоре смотрел, как ты унижаешь меня. Вся Ридания смеялась надо мной за глаза. Помнишь, как ты учила меня смотреть людям в глаза, чтобы они первыми отводили взгляд? Король не может показывать слабость и нерешительность. Это твои слова. Я усвоил этот урок в совершенстве. Только тебя мне так и не удалось принудить к покорности. Только тебя! У тебя еще есть шанс облегчить свои страдания. Признайся во всем здесь и сейчас, в присутствии посла. Посмотри мне в глаза и яви свое раскаяние и покорность. Ну, как хочешь. Палач, выколи ее гнусные глаза. Ты совершаешь непоправимую ошибку, король. Мы еще поговорим, ведьма. Проблему Филиппы мы решили. Пора возвращаться в лагерь. Прошу обождать, ваше превосходительство. Мы пойдем впереди. Было до тебя добраться. Как они могли? Родовид. Тот самый маленький Родовид. Я учила его магическим фокусом. Освободи меня, Геральт. Я должна отсюда выбраться, слышишь? Помоги мне. Сначала ответь на пару вопросов. Шеллерт говорил правду? Про ложу, про убийство королей? Он говорил в точности то, что желал услышать Родовид. Полуправда, вырванная из контекста, не слишком отличается от лжи. Трис тоже принимала участие в заговоре? В этом отношении она чиста и невинна, как слеза младенца. Но, уверяю тебя, во многом другом она была с тобой не слишком искренней. Зачем это все? Я не понимаю, какой вам интерес убивать королей? Помоги мне выбраться отсюда. И я объясню тебе все и помогу снять чары с Саскии. Сними кандалы. И проводи меня домой. Я скажу тебе все. Все.
Я охотился за тобой не один. Йорвит просто мечтает с тобой встретиться. Моя смерть изменит немногое. У таких, как Йорвит, нет права никого судить. Как действуют эти чары? Саския не может противиться моей воле. Но не переживай, она совершенно не страдает от этого. Она искренне верит, что я самый замечательный человек на свете. Так, как если бы она была влюблена. Самое замечательное именно то, что она полностью сохранила способность мыслить. Свой замечательный характер, доблесть, отвагу, честь. Где сейчас Саския? Когда меня арестовали, она была шалой. Должно быть, они как раз собираются на переговоры. Тебе не повезло, у меня слишком мало времени. Почему? Ты станешь мстить слепой женщине? Шиллерд сказал, что Трис у них. Я должен ее освободить, пока они не выкололи ей глаза, как тебе. Отправиться в Нильфгаардский лагерь – это самоубийство. Бросить друга в беде – это подлость. Только я знаю, как расколдовать Саскию. Вытащи меня отсюда. Если я умру, Саския навсегда останется под действием чар. Хорошо. Если ты меня обманешь... Сними с меня кандалы. Нам придется возвращаться по туннелям. Кандалы останутся, и ты пойдешь первой. Шиллерд поднимет тревогу. Не поднимет. Прежде чем он очнется, все будет кончено. Убей его. Я не убиваю обморочных стариков. Иди вперед. Без фокусов, Филиппа. Я хочу выбраться отсюда и выжить. И правильно делаешь. Сможешь идти? Смогу. Может, ты снимешь кандалы? Кандалы останутся. Кто это сделал? Родовит. Так он отблагодарил ее за все то, что узнал от нее в детстве. Я видел, как он шел на переговоры в сопровождении солдат и весело насвистывал себе под нос. Заберите меня отсюда! Заткнись, ведьма! Ты еще жива только потому, что можешь нам пригодиться. Филиппа обещала нам помочь в обмен на освобождение. И ты ей поверил? Ты знаешь другой способ освободить Саскию? Филиппа, ты можешь идти? Думаю, да. Что сейчас с Саскией? Я приказала ей выполнять указания Шалы де Тансервиль, пока я не вернусь. Замечательно. Шала будет на переговорах? Да. Наверное, она уже там. Следит за тем, чтобы все шло по плану ложи. А что бы ты делала, если бы Саскию не отравили, и один глупый ведьмак не принес тебе ингредиентов для противоядия? Я придумала бы что-нибудь еще. Но такую возможность я упустить не могла. Чего будет добиваться Шала? Восстановление Совета и Капитула. Создание государства под властью Саскии. Зачем?
чтобы получить буферную зону на границе с Нильфгардом, чтобы после многих лет хаоса и истребления начать строить заново. Что плохого в том, что мы хотим править? Все хотят. Я разбираюсь в этом лучше, чем любой король в этом городе. Люди тебе не поверят. Они не примут королеву-чародейку. Не люди, тем более. Особенно после того, что устроила эта ведьма Финдабаир. Но все они верят в Саскию. Эта девушка — прирожденный вождь, но понятия не имеет о большой политике. У нее есть харизма, но ей не хватает ловкости. Она отважна, но у нее нет цепкости. Справедлива, но не жестока. Она твоя полная противоположность. Возможно. Но вместе мы были бы непобедимы. Ты приказала убить Фольтеста? Нет! Шиллерд сказал, что Трис... Трис сама не знает, о чем говорит. Ложа действительно существует. И Трис потеряла наше доверие, это правда. Но я не приказывала убить Фольтеста. Как освободить Саскию? Обратное заклятие наложено на специальный стилет. Нужно вонзить его в сердце дракона. Лучше в твое сердце, ведьма. Ты издеваешься над нами? Нет другого способа. Удар должен быть выполнен с хирургической точностью. Только тогда сработает контрзаклятие. Все руны на клинке должны войти в контакт с кровью, и кончик острия должен пробить сердечную мышцу. Значит, сначала нам нужно будет его как-то удержать. Удержать дракона? Это что, шутка? Она лжет, Геральт. Я не верю ей. Зачем ей этот стилет? Сейчас она скажет нам, что с самого начала собиралась расколдовать Саскию. Когда ты накладываешь чары или заклятие, всегда должно быть наготове контрзаклинание. Это основное правило магии. Если бы что-то пошло не так, я бы сразу применила стилет. Немногие маги используют это основное правило. Где стилет? Он в надежном сундуке, в моих комнатах. В бывшем доме Джоффрея Монка. Я знаю, где это. Йорвит, ты знаешь, как тихо добраться до дома Филиппы? Пройдем по этому каналу. Тут могут быть монстры, зато быстрее. Смотри за ней, а я пойду вперед. Там что-то есть. В тот раз я обошел это место. Может, там сидит благородный рыцарь, который предложит нам свою бескорыстную Какие у меня гарантии, что вы меня отпустите? Никаких. Ты мечтаешь об этом, да? Похоже, тут еще одно гнездо. Погоди, я больше не могу. Чем быстрее ты отдашь нам стилет, тем скорее сможешь залезать в свои раны. Обезболивающие заклятия требуют концентрации и точности. Я не смогу. Значит, ты сдохнешь от боли, и никто тебе не поможет. Геральт, иди первым. Там что-то нехорошее. Точно.
Получай. Снимите с меня двимерит, и я помогу вам. Заткнись! Этот сундук? Опиши его. Тяжелый, покрыт рунами. На полу круг и свечи. Да, это он. В нем Джоффри Монг держал свои самые ценные сокровища. Стилет там. Как его открыть? Нужно зажечь свечи в правильной последовательности. Я уже разгадала ее. Мои заметки лежат внизу. Дальше хватит простого заклятия. Снимите с меня кандалы. Геральт, ты знаешь этот ритуал? Его может провести только чародей. Заткнись! Я зажгу свечи, и только потом мы снимем с тебя двимерит. Ничего не выходит. У меня все ясно написано. Последовательность. Давай еще раз. Получилось. Теперь сними с меня кандалы. Я открою сундук с заклинанием. А мы не сможем его произнести? Этому нельзя научить за одну минуту. Для таких заклинаний нужен обученный маг. Свечи горят, надо спешить. Делайте, что я говорю, пока я не потеряла сознание. Одно лишнее движение, и ты труп. Се добле, асида сидо и сендо ай. Вы можете снять заклятие, но она не станет прежней. Она больше, чем просто Тхойне. Она вернула Айн Сейдхе надежду. Она чудовище. Вы решили, что она сама сможет править страной? Тай Сайдарьен! Вы заплатите за свою глупость. Берегись, Геральт!
Замечательно. Интересно, сколько их еще? Прекрасный бой, Гвинблейд! Бери стилет и убираемся отсюда. Будем надеяться, клинок поможет. Странное оружие. Никогда не видел ничего подобного. Надеюсь, это не обман. Плохо, что Эйльхард нам ничего не скажет. Кстати, не стоит расслабляться. Здесь есть и другие чародейки. Филиппа может предупредить Шиалу. Или отдать приказ дракону. Не удивлюсь, если придется биться с Саскией. Она одурманена чарами и просто не поймет, что мы хотим ей помочь. Ты прав. Но я прошу тебя, не убивай ее. Только если придется защищаться. Филиппа уже далеко. И мы знаем ровно столько, сколько она нам сказала. А очень скоро... Она придет в себя и снова начнет плести заговоры. Она выбыла из игры, по крайней мере, на время. Теперь и нам пора на переговоры. Я пойду вперед, посмотрю, что там творится. Истинно говорю вам, отрекитесь от ворожбы! Покиньте башни, разбейте хрустальные шары, сломайте жезлы